Интересные факты о самой неоднозначной королеве Франции Марии Антуанетте. У нее была сказочная деревня с молочной фермой и амбаром. Королеве нравилось одеваться простой пастушкой, но люди обижались на то, что она романтизировала их трудную жизнь. Прически Марии Антуанетты были метровой высоты. На коронации мужа Мария Антуанетта уложила волосы в прическу под названием пуф. Такие прически изображали целые сцены. Морские сражения с линкорами, природу с животными, сады с цветами. Часто цитируется, что Мария Антуанетта на новости о голодающих французах ответила: «Пусть едят пирожные». Этот ответ дворянки приводится в книге, написанной Жан-Жаком Руссо. Скорее всего, это была пропаганда, распространяемая с целью дискредитации королевы перед французским народом.